Всем привет, на Epic Games очередная раздача, на этот раз игра называется Breeze Age Соответственно стоит почти 1000 рублей, 990 рублей, короче, друзья, штукарь стоит И, соответственно, что это? Это выживальщик, игра, ну, короче в которой надо выживать в космосе после кораблекрушения. Выживайте в открытом космосе вместе со своим бессмертным цыпленком. Узнайте правду о внезапной катастрофе космического корабля. Создавайте инструменты, пилотируйте транспортные средства и даже управляйте космическими станциями, чтобы выжить и следовать обломки. Друзья, так что вот так вот, игра достаточно неплохая, ссылка на нее будет в описании, на Epic Games, пока что раздается бесплатно до, значит, 4 мая. Ссылка в описании, всего доброго, всем пока, до свидания.